Всем здравствуйте! Сегодня расскажу и покажу, как я выращивала лаванду из семян. Вот такие семена я купила. Это лаванда лекарственная, но есть еще очень много интересных гибридов и сортов лаванды. Для того, чтобы вырастить лаванду, для того, чтобы семена проросли, нужно их обязательно стратифицировать. Для этого нужно семена на некоторое время положить в холод. Для этого я взяла 2 ватных диска, вот такие. На один диск я насыпала семена, вторым прикрыла и немножко смочила. Это было примерно 2 января. После чего я положила их в холодильник, в отсек для овощей. И лежал он у меня так 1 месяц. Иногда я его вынимала из холодильника и слегка увлажняла. Так я проделала несколько раз. Этот диск у меня пролежал 1 месяц. Через месяц я выняла диск из холодильника. Вот вы видите, семена не проросли, но они прошли стратификацию. Я взяла обыкновенную покупную землю и посеяла семена. Сверху присыпала землей. Земля должна быть влажная. Теперь надела на стаканчик целлофановый пакетик, поставила на подоконник, чтобы они проросли. Через некоторое время появились маленькие росточки. Но даже после стратификации проросли не все семена. Было много семян, а проросло только 6. Вот они росли. Целое лето у меня стояли на балконе. И осенью, примерно в сентябре, я решила их высадить у себя на даче. Земля у меня тяжелая, чернозем, суглинок, поэтому я добавила песка, щебенки и немножко извести тушенки, так как земля у меня немножко кислая, а лаванда не любит кислую почву. Сверху я присыпала щебенкой, песком для лучшего удержания влаги. Лаванда успешно перезимовала. И вот 5 июля зацвела моя первая лаванда из семян. Какой красивый маленький кустик. И цветок красивый. Но пройдет еще некоторое время, где-то примерно 2-3 года, и она будет расти вот таким пышным кустом. Посмотрите, какой красивый пышный куст. А какой запах! Это просто красота. Очень красиво оформлять входную зону и дорожки. Кроме того, сушеная лаванда – отличное средство для отпугивания моли. Чтобы ваши ткани остались целыми и невредимыми, вам нужно всего лишь зашить лаванду в мешочек и положить в шкаф или просто рассыпать ее там. Попробуйте посеять, это очень просто.